На стадионе «Юбилейный» в Воркуте начались работы по сносу зрительской трибуны, находящейся в аварийном состоянии. Работы проводит компания «Воркута-Уголь». Ранее были выявлены значительные деформации строительных конструкций. В мае 21-го на фасадной части трибуны вновь образовались трещины. Обрушилась штукатурка и кирпичная кладка. Находиться на трибунах сейчас опасно. Ориентировочно в течение недели. На время сноса стадион будет закрыт для посещения, сообщает мэрия Воркуты.